Всем привет. В общем, я в Берлине. Встречает меня Берлин огромной рекламой Аэрофлота. Вот, наверное, будет видно. Погода тепло. Тепло, но пасмурно. Сейчас я купил welcome card, так называемый. Вот тут можно смотреть. Вот эту штуку я купил. Теперь мне эту диковину где-то надо прокомпостировать. Я ничего не понимаю. Тут все говорят на непонятном языке. Ладно, будем разбираться. В общем, кое-как я разобрался с этой чудо-картой. Нашел таки автобус, который идет в сторону моего хостела. И не успел я приехать, как напоролся на достопримечательность. Бранденбургские ворота. Пока не очень понятное ощущение от города, все каменное, все люди. В общем, пока странно. Посмотрим, что будет дальше. Поеду я заселяться в хостел. Кстати, давайте расскажу вообще о цели этой рубрики. Во-первых, знания английского меня лично, ну, они такие чуть ниже среднего уровня, читаю, перевожу со словарем. А познание в немецком ограничивается парой альбомов Rammstein и рекламы медиамаркта. Тут должна быть вставка с HP Baxter, но, увы, ее не будет. И поэтому хочется посмотреть и показать, в общем-то, как можно выжить в абсолютно другой стране, в другом мире, судя по всему, с такими познаниями и в одиночестве. Так что до связи. Я все-таки, наверное, направлюсь сейчас в метро. Пару станций мне нужно будет там проехать и немного пройти пешком до своего хостела. Заодно посмотрим, насколько хорошо работает booking.com. На связи. В общем, заселился я в хостел. Пока тут никого нет, вот вам вот такая вот у меня комната. Ну что ж, на улице стемнело. Поэтому я думаю, пора на сегодня заканчивать первый день. Вот, кстати, на заднем плане это так называемый Берлин-дом. Это протестантский собор. Думаю, на днях нужно будет посетить его изнутри. Я думаю, отличное место, чтобы закончить сегодняшний день. Сяду я на парапетик и посижу. В общем, какие итоги дня? Погода очень странная, очень похожа на Питер. То есть дождь, солнце. Под вечер уже прохладно стало, но терпимо. Общие впечатления от города тоже очень непонятные. Ходил сегодня от Бранденбургских ворот по Андерфельд-Линден до Александерплац. Очень сильно напоминает Москву, Тверскую. Сворачиваешь какой-то угол, и вот тебе ГУМ, ЦУМ, Атриум, Подиум. В общем, непонятный первый день, суматошный, кругом много людей, много русских достаточно, туристов, но в основном я нахожусь в компании тех, кто не понимает меня, которых не понимаю я. Очень странные впечатления, на самом деле, ну, вполне возможно, что это просто как бы первый раз такой у меня в плане подобного путешествия.
Наверное, на сегодня все. Попробую сегодня это как-то смонтировать, выложить. Сегодня, в смысле, в понедельник. Если позволит Wi-Fi. Wi-Fi, потому что тут не знаю, насколько он быстрый в хостеле. Переписываться он позволяет. Позволит ли он мне выложить большое видео, потому что видео будет, я так понимаю, не маленькое. Вот. Ладно, до новых встреч. Я думаю, завтра будет новый маршрут, новые достопримечательности. Посмотрим, что из этого выйдет. Пока-пока.